Только смотреть дальше, ничего позитивного после первой партии, хотя был момент третьего, который повернули, даже были вперед, и там тактически опять несколько раз ошиблись, одна-две ошибки в конце тактически, с Казанью проигрываешь. Игра очень такая на качелях, именно наша, и это, наверное, ну... Не показатель, да, такой игры, чтобы чего-то добиваться в плане с такими командами выигрывать, особенно в будущем. Надо будет это убрать. Надеемся, это такая разовая акция. Обсудим, я думаю, все нормально будет. Верим в это. Но баку было много, будем исправляться.